Здравствуйте, друзья! С вами Пленкина Елена. Сейчас я хочу вам показать, как в программе Camtasia Studio в скачанном из YouTube видео сохранить на компьютер не все видео, а только звук от него. Давайте зададим вопрос. Будем искать просто песенку. Песня. Найти. Смотрим фильтры. Только лицензия Creative Commons. Потому что только эта лицензия позволяет закачивать чужие музыку и песни в своих видео. Ищем то, что нам понравится. Так, что-нибудь коротенькое сейчас найдем. Давайте, наверное, это вот найдем. Это вот. 2 минуты 4 секунды. Так, проверяем лицензию. Лицензия Creative Commons. Разрешено повторное использование. Значит, мы сейчас это видео скачаем. Правая кнопочка мыши. Копировать в RAW-виде. Идем в онлайн-программу. Всех, кроме нет. Вставляем ссылку на это видео. Вот оно появилось. Нам предлагают скачать видео с помощью CFROM.NET. Мы скачивать так не будем. Скачать без установки расширения CFROM.NET. Скачать. Храним на рабочем столе. Так, мы переименуем. Песенка. Давайте папку создадим на всякий случай. Создать папку. Переименуем ее в песенка. Открываем папку и сюда сохраним то, что мы желаем закачать. Так, пока загрузка. Вот, закачался уже. Сказать папке. Сразу видео полностью. Так. Так, нам это видео полностью не надо. Нам нужна только музыка от него. Открываем программу Camtasia Studio. Вот, открылась программа. Сейчас мы берем наш проводник, который скачано видео, и перетаскиваем его на нашу шкалу времени, нажав левую кнопочку мыши. Итак, проверяем звук. Так. Теперь нам надо скачать только музыку. Идем в панель загрузки. Открываем и выбираем внизу пользовательские настройки проекта. Нажимаем. Далее. Проверяем активно только аудио. Далее. Далее. Теперь смотрим, куда нам эту музыку скачать. Открываем папку. Вот наша папка песенка. Дадим ей название. Звук. Песни. Готово. Идет скачивание. Вот, закачивание завершилось. Проверяем. Вот. Вот и все.
Всего вам доброго. Пока-пока.